кликер опять нас подводит. Работает? Ты включила? А, его включить надо. Еще включать. Все, я понял. Я не знал, что включать надо. Батарейка просто садится. Че, все готовы? Поехали. Сегодня у нас будет лекция про введение в статистику и, ну, собственно, про про введение в статистику и про вероятностный вывод. Давайте начнем с нашего основного, с распределения вероятностей. Ну, распределение вероятности – это какой-то закон, который описывает область значения случайной величины и вероятность их исхода появления. Описать этот закон можно несколькими способами. Самые популярные — это описание через функцию вероятности и через плотность распределения. Чем они отличаются? Это пример плотности нормального распределения с разными параметрами, с разным средним и разной дисперсией. Это функция плотности распределения для нормального распределения, немножко тавтология, где, как мы видим, два основных параметра — это средняя и дисперсия этого распределения. Функция распределения — это интеграл плотность распределения — это интеграл от функции распределения. Она показывает вероятность того, что x меньше n. Ну, собственно, если мы продифференцируем эту функцию, то мы получим, плотность распределения. Чаще всего на практике вы работаете с плотностью распределения, хотя почему-то, когда, ну, просто в обычном разговоре, когда вы, ну, численно, вот так вот выглядит, ну, собственно, плотность распределения, численная оценка плотности распределения, дискретная оценка плотности распределения — это, собственно, когда вы строите гистограмму. Все представляют, что такое гистограмма? Ну, то есть, когда мы разбиваем интервал значений, которые у нас есть, на какие-то промежутки, и считаем, сколько раз значение попадает в этот промежуток. Если мы это отнормируем, то мы получим эмпирическую оценку вероятности, частотную оценку вероятности. Когда говорят функция распределения, часто можно это встретить в обычной речи, все-таки имеют в виду плотность распределения, если мы говорим про, описание через гистограмму. Также для того, чтобы дальше нам двигаться, нужно знать такую классную теорему, центральную предельную теорему. Кто о ней до этого слышал? Все понимают, в чем ее суть? Ну, это класс вообще теорем, но в нашем случае это несущественно. Главное, чтобы общий смысл был. Да? Ну, в смысле, кивните. Все понимают? Отлично. Давайте начнем тогда с мер центральной тенденции. Какие вы знаете меры центральной тенденции для распределений? Средняя. Да, медиана. Еще, может быть, что-то? Мода есть. Да, что такое мода? Все правильно. Самое часто встречаемое значение. Распределения могут быть как унимодальные, так и мультимодальные. Унимодальное распределение, например, классическое нормальное распределение, где у вас один пик. Для нормального распределения у вас что мода, что медиана, что средняя, они все, являются одним и тем же значением. Бывают двугорбые, например, распределения, там у вас, может быть, две моды, например. Медианное среднее, там будут явно не совпадать. От характера данных, когда вы рисуете как раз вашу гистограммку, вы можете понять, какая… у вас есть какие-то данные, вы нарисовали гистограммку, и по гистограммке вы можете понять уже, какая из, центральных тенденций для конкретно вашего распределения данных, в данном случае более,
ну, больше всего подходит. Давайте просто ради интереса. Мы сейчас будем говорить по большей части про нормальное распределение, потому что оно наиболее наглядное, наиболее простое, и с помощью него все там доказано. Но чаще всего на практике вы видите вот такие распределения. Вы увидите, не знаю, или уже видите вот такие вот распределения. С очень тяжелым хвостом. Как вы считаете, какое меру центральной тенденции? Всем видно? Или плохо видно? Плохо видно? Не работает. Сейчас. Это будет поинтереснее. Ну, то есть, очень тяжелый хвост. Все значения в основном в начале сам скоплены. Какое, ну, собственно, вы бы выбрали меру центральной тенденции для этого? Медиана. Медиана норм. Ну, в каком случае нам медиана может понадобиться? Для какого решения какой задачи? Ну, да? Если будет очень тяжело, очень длинный хвост, то как раз медиана подойдет хорошо. Ну, для описания того, как какой процент данных ожидаем ниже. А почему мода нам все-таки подойдет? Потому что она будет очень близко. Ну, нам это ничего не скажет, мы так видим, что оно где-то там будет высоко. Ну да, получается так, что у нас с модулем мода мы, получается, описываем очень большой процент данных, ну, потому что попадает довольно из-за тяжелого хвоста. Все самые интересные кейсы у нас, ну, собственно, находятся где-то в хвосте. Если мы возьмем только модуль, то нам это никакой дополнительной полезной информации не принесет. Окей. Кроме меры центральной тенденции, у нас есть еще меры изменчивости. Какие знаете меры изменчивости? Да, а еще, более простые. Как еще можно изменчивость данных характеризовать? Минимальная, максимальная. Ну, это все в дисперсию. А? Размах? Да, есть такие штуки, называем размах. Это вообще самое примитивное, что можно сделать, это посчитать, насколько, ну, собственно, между максимумом и минимумом. Но, как вы уже понимаете, что в данных обычно у нас есть выбросы. И, ну, собственно, если мы берем просто максимум минус минимум, то у нас происходит, ну, выбросы нас сильно аффектят. Поэтому обычно используют интерквартальный размах. Значит, когда мы берем, считаем перцентили, обычно это какой-нибудь 90 перцентиль, 10 перцентиль, ну, в зависимости от данных, можете взять, не знаю, 99, например, перцентиль какой-нибудь, первый перцентиль, 95, 5, ну, то есть, в принципе, тут все так же от характера данных зависит. Ну, собственно, таким образом вы отсекаете выбросы и получаете более, так сказать, робастную оценку для размаха. Но... конечно же, чаще всего используют среднеквадратичное отклонение. Ну, собственно, это корень из дисперсии. Давайте, кто мне расскажет, что такое M, что такое X, как посчитать? Давайте, ради интереса, давайте я сразу лучше задачку дам. Дисперсия будет у этих двух рядов. Ну, все видно, да? Нет. Я просто не знаю, где тут стиражка. Давайте я вижу дружу, мне кажется, плохо видно. Ну вот, у нас есть ряд, состоящий из единичек, например, первая случайная величина x. Единички, вторая y. Какая дисперсия у этих двух рядов? Они равны.
если мы прибавим значение, как это повлияет на дисперсию? Как дисперсия спадывается? Ну, ноль тоже остается. Да, если умножим. То я предполагаю, что будет корень, потому что ряд не изменится. М? Типа ряд все равно останется. Корень из константы, да? Да. Да. Все правильно. Ну, если для конкретных всегда значений, да. Окей. У нас, собственно, теперь как бы есть средняя и дисперсия. Собственно, для нормального распределения, как вы помните, это два основных параметра. И если мы посмотрим, ну, собственно, на нормальное распределение, то есть так называемое правило трех сигм. Оно довольно популярно и используется во многих практических приложениях. Ну, собственно, это смысл его в чем заключается? Что если мы, ну, собственно, отложим одну сигму от, ну, грубо говоря, от среднего, то это покроет какой-то определенный процент, ну, собственно, на наших данных, в данном случае это 68,2, там 2 сигмы, там уже близко к 95, и 3 сигмы, это покрывает там 99% всех данных, и считается, что, ну, типа, практически, описывает практически все данные. Поэтому, например, одна из самых простейших методов детекции аномалий, это когда мы, например, считаем среднюю дисперсию, если у нас значение вылетает больше, чем n дисперсий, например, 2 дисперсии, да, то мы, ну, считаем, что это какое-то аномальное значение, потому что вероятность его встретить довольно мала. Теперь вернемся немножко назад, когда я говорю про умножить на константу. Действительно, для ряда, состоящего из одинаковых цифр, ничего не поменяется, а если у нас цифры разные бы были, то при умножении на константу как бы изменилась дисперсия? Корень из константы. Корень из константы. Ну. Круто. Нет. Про константу в квадрате было. Ну. Перебором так догадались, да. Окей. С тремя сигмами понятно? Всем понятно? Ну, собственно, примеры разных распределений, у которых разные, ну, собственно, с разной дисперсией, с одинаковой дисперсией и разными, грубо говоря, средними, если, то есть, просто наглядное представление. Еще популярная штука, которую очень часто используется, называется Z-преобразование. Кто встречал такую штуку, зачем она нужна? А зачем мы нормализуем данные? Например, если мы используем логистическую регрессию, да? Вероятность, чтобы можно было трактовать данные. Нет? Да. Нуля до единицы. Точно? Все помнят правило трех сигм, которые только что говорили. В какую размерность мы переводим этим преобразованием? Ну, вокруг нуля будет много задания. Ну, да, какое получаем распределение? Ну, оно нормальное, но какими параметрами? Ноль и сигма. Сигма единица. Да. Ну, получается, минус 3 до 3 примерно. Ну, да, это действительно используется для того, чтобы привести данные из разных шкал в единую шкалу, описываемую через сигмы. Это понятно? Если кому-то непонятно, говорите, мне непонятно, ничего страшного в этом нет, окей? Так. Все, я думаю, вы как уже знали про про мат ожидания, дисперсию, но на самом деле у распределения есть еще несколько характеристик. Обычно все вот эти штуки обычно называют моментами. То есть момент первого порядка — это мат ожидания, момент второго порядка — это дисперсия, момент третьего есть порядком и момент четвертого порядка. Момент третьего порядка — это асимметрия, момент четвертого порядка — это эксцесс.
В чем суть? Ну, XS еще называют куртозисом иногда, можно такое встретить наименование. Ну, как вы понимаете, реальные данные, когда, ну, собственно, понятно, что у нас есть ЦПК, да, центральная предельная теорема, и все должно в конечном итоге свестись к нормальному распределению, но в жизни у нас, когда мы наблюдаем именно эмпирические значения какого-то процесса, то распределения могут отличаться, например, от нормального. В чем оно может отличаться? У нас может быть либо тяжелый левый хвост, например, либо тяжелый правый хвост. И как раз тяжесть этого хвоста определяется, ну, описывается таким моментом третьего порядка под названием асимметрия. Я уже не стал там формулки приводить, все равно, я думаю, вы их не запомните, просто чтобы вы хотя бы понимали, что такое может быть. Ну, такое может быть. То есть у вас может быть распределение либо с тяжелым левым хвостом, тогда асимметрия будет, собственно, меньше нуля, либо если с тяжелым правым хвостом, асимметрия будет больше нуля. Но это один из способов, на самом деле, посчитать коэффициент асимметрии, чтобы проверить, насколько у вас, например, распределение близко к нормальному. Ну, если мы не говорим про стат-тесты, просто хотя бы на основе анализа моментов. XCS – это, по-другому, куртозис, насколько у вас получается остроконечное распределение. То есть, если у вас, ну, то есть, тут по факту будет, насколько пологие и тяжелые у вас оба хвоста. То есть, если, ну, сейчас. Наиболее плохой случай, конечно, если у вас распределение выглядит каким-то таким образом. Ну, то есть, что-то, извините, за прямую линию, что-то типа такого. То есть, когда у вас мега тяжелый левый хвост, мега тяжелый правый хвост, ну, получается супер острый. Назовем это острая верхушка. То есть, если вы видите такое распределение, оно наиболее характерно для финансовых данных, например, когда вы пытаетесь, наверное, предсказывать цену акции или что-то подобное, то чаще всего распределения либо вот такие, либо, если где-нибудь берем разницы, то оно получается примерно вот таким. То есть это такая одна из характеристик мартингальных процессов, так называемых, когда у вас следующее значение наилучшим образом описывается предыдущим значением. Поэтому, когда вы видите такое распределение, то, скажу так, большинство алгоритмов, если вы будете тупую к нему применять для прогнозирования, у вас ничего работать не будет. Ну, потому что тут, собственно, из-за суперпологии хвостов вы всегда будете не угадывать, будете всегда ошибаться при предсказании, потому что, ну, собственно, наиболее оптимально будет говорить как раз что-то около среднего, а за счет тяжелых хвостов получается высокая вероятность ошибки. Да. Аксесс – это пологость правого и левого хвостов распределения. Ну, типа, короче, аксесс – это, ну, давайте посмотрим, вот, смотрите. Вот аксесс 0, вот. Типа, это вот обычное нормальное распределение, да? Если аксесс больше нуля, то видите, что распределение становится более вытянутым. Да, надо было, наверное, связать с этого. Да, вот это распределение, а это, ну, собственно, XS – это характеристика распределения. То есть это какая-то чиселка, которую мы, когда мы можем посчитать по данным и получить характеристику распределения. Да. Ну, собственно, XS меньше нуля, получается, что у нас распределение расползается по сторонам.
Окей. Теперь перейдем к самому интересному. Кто скажет мне, что такое корреляция? Угу. Является ли корреляция мерой причинно-следственной связи? Нет? Хотя, почему нет? Она может сказать, что они связаны, но не может сказать, насколько. Не, может сказать, насколько. Если корреляция единства, это мера причинно-следственной связи? Становится. Нет? Кто за причинно-следственную связь? Поднимите руку. Не, никто? Ну, правильно. Ну, я просто он уже сразу вам сказал хинт, это как бы нечестно было. Да, корреляция не является мерой причинно-следственной связи. То, что у нас два события связаны между собой, ну, говорят, она коррелирует, никаким образом не говорит про то, как, ну, например, это событие, ну, никак, ни в коем мере не говорит о том, что это событие может быть причиной для другого события. Просто они могут, ну, грубо говоря, осуществляться вместе. Там, не знаю, если... Ну, сейчас приведу какой-нибудь пример. Ну, там миллион дурацких корреляций, если вы посмотрите, даже можно найти в интернете о том, как связаны, например, интеллект и какой-нибудь параметр на теле, не знаю, там, разница между вашими, там, какими-то пальцами или, не знаю, там, каким-нибудь... длиной ногтей, не знаю, формой ногтей, и все вот эти подобные дурацкие корреляции, ну, как бы, действительно, они могут, например, коррелировать как-то, ну, например, потому что, ну, например, есть какие-нибудь физиологические, не знаю, биохимические механизмы, которые, ну, аффектят на две эти подсистемы, но они не являются, ну, грубо говоря, одно не является причиной для другого. Вот. Что хотел, чтобы вы усвоили. Да, еще корреляция очень важна, это мера линейной связи. Ну, соответственно, она может изменяться в диапазонах от минус единицы до единицы. Ну, собственно, все, что стремится к единице, это имеет, ну, собственно, мера прямой связи. Все, что стремится к минус единице, мера обратной связи. Ну, то есть, чем больше, тем меньше обратная связь, чем... Если положительная корреляция, то чем больше, тем больше. Как вы видите, для нелинейных зависимостей или отсутствия зависимостей корреляция равна нулю. Ну, стремится к нулю. Ну, то есть явно для этого кейса у нас есть явно функциональная зависимость, да, какая-то. Если бы мы использовали какой-нибудь полином, то мы легко бы ее описали. Если мы проводим корреляционный анализ, то для такого типа зависимости нам он, ну, собственно, не подойдет. Потому что, ну, типа, связь более сложная, она нелинейная. Поэтому визуализируйте данные изначально перед корреляционным анализом. Это, ну, такой очень рекомендую для того, чтобы понять, стоит его проводить или нет. Теперь нам нужно получить численные оценки корреляции. Как мы можем это сделать? Ну, собственно, у нас есть две величины. Величина x, величина y. Ну, собственно, наиболее популярный коэффициент корреляции, который чаще всего используется, это коэффициент корреляции Пирсона. Ну, формулку вы видите. Мы считаем отклонение от среднего, перемножаем, считаем сумку, нормируем на дисперсии. Ну, собственно, таким образом мы получаем численную оценку коэффициента корреляции. Если мы не нормируем на дисперсии, то, ну, что чаще всего... Например, в физике чаще всего такой коэффициент считают за ковариацией, коэффициент ковариации. Ну, собственно, ковариация — это без нормировки на дисперсии, корреляция — с нормировкой на дисперсию.
Но иногда у нас данные представлены либо в ранговой шкале, либо нам выгодно использовать ранговую шкалу для того, чтобы, ну, собственно, найти какие-то зависимости, которые представлены будут только в ранговой шкале. Ну, суть тут довольно простая. Для подсчета рангового коэффициента корреляции, кто помнит, что такое ранговая шкала? Давайте начнем с этого. Помните, на первой лекции что-то говорил, разные типы данных там бывают. Вот ранговые данные, что это такое? Приведите мне пример кто-нибудь ранговых данных. Можно. Пример только приведите. Ну, пример. Ну, из реальной жизни просто подумайте, где мы сталкиваемся с ранговыми данными. В этом какие-то хранилище. Окей. Ну, поясни мысль. Может быть, я зря смеялся. Я понял направление мысли, но нет. Не, ну, не знаю. Это номинативные данные, то есть когда мы не можем сказать, что больше, что меньше. Ну, типа, если мы скажем, ну, что больше, мужчина или женщина, то для номинативных данных этот вопрос, ну, либо сексистский, либо ну, не имеет никакого смысла. Ранговые, может быть, когда данные с каким-то интервалом, интервал от 0 до 1, второе значение там, от 1 до 3, и вот несколько таких интервалов, и ранговые данные? Нет. Ну, погода, может, какой-нибудь рейтинг? Ну, рейтинг — это уже ближе к правде, но рейтинг все-таки это все еще, это, ну, все еще не ранговые данные. Ну, если из такого, ну, ранговые данные — это самый, ну, такой запоминающийся пример, это, например, турнирная таблица, где есть информация о том, ну, кто занял первое место, кто занял второе место, кто занял третье место. То есть, если мы знаем информацию только, ну, в турнирной таблице про первое, второе и третье место, да, то мы можем просто сказать, что второе место, например, меньше первого, да? И что третье место меньше первого и второго. Но мы не знаем, насколько они, мы не можем вычислить, насколько они меньше. В том плане, что типа, разница, например, вот для бегунов между первым местом и вторым может достигать, например, не знаю, там, несколько сотых секунды. Там, между третьим местом, например, не знаю, целую секунду. И, ну, если мы используем количественную шкалу, то, ну, эту информацию мы можем учесть. Если мы используем ранговую шкалу, то нам только важно, что этот первый, этот второй, а этот третий. Но мы не можем сказать, насколько первый был быстрее второго и насколько он был быстрее третьего. То это количественная шкала. Но я просто говорю о том, что иногда выгодно перевести данные из количественной шкалы в ранговую шкалу. Потому что действительно, например, разбить на интервалы, потому что если мы, ну, у нас какая-то зашуленная закономерность, если мы немножко огрубим данные, ну, в данном случае огрубим, что уменьшим шум за счет того, что мы перейдем к ранговой шкале, то эта закономерность может стать ближе к линейной. И за счет этого, ну, собственно, мы можем как раз, используя ранговый коэффициент корреляции, с учетом того, что это линейная связь, да, то есть для изначально нам нужно было бы использовать более какой-то сложный метод для того, чтобы описать эти сложные данные, мы их немножко огрубили за счет того, что перешли к более низкоразмерной шкале, мы можем как бы использовать ранговый коэффициент корреляции и уже посмотреть, возможно, на линейную какую-то связь. Суть довольно, как его рассчитать, довольно просто. D и T — это разница рангов,
То есть мы наши изначальные данные, ну, собственно, переводим в ранговое представление. Ну, я уже показал пример, как перевести. Ну, изначально у нас есть как бы количественные, например, данные, мы сортируем, ну и задаем ранги. Первый ранг на первом, второй, третий, ну, четвертый. Дальше по каждой из переменных, связь между которыми мы считаем, ну, собственно, считаем разницу. То есть магические циферки. Кому интересно, может посмотреть, как они получаются в выводе. Ну и, собственно, получаем коэффициент ранговой корреляции. Где это разница между двумя рангами? Между двумя рангами, да. Между двумя количественными переменными времени бегунов, да? Между, ну, не количественными, а уже ранговыми. То есть изначально у нас данные представлены были в количественной форме. После этого мы переводим их в ранговую форму. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий, да. А дальше считаем разницу между уже рангами. Второй минус первый. Ну, если по одной переменной, например, есть, например, отношение время и, не знаю, там, ЧСС какой-нибудь. Ну, не знаю зачем, но, предположим, мы захотим посмотреть такую связь. Мы можем, ну, собственно, по ЧСС, например, был третьим, да, а по бегу оказался первым. 3 минус 1. А, то есть там как бы модуль. Модуль имеется? Ну, квадрат. Понятненько? Ну, если что непонятненько, будете сами-то разбираться. Вот примерчик. Spark тоже предоставляет вам возможность считать такие штуки. Ну, метод называется незатейливо, correlation core. Туда вы передаете, ну, собственно, какой тип корреляции вы хотите посчитать. Входом также является столбец, по которому вы хотите это посчитать. Ну, в данном случае это векторный столбец. И он считает полную корреляционную матрицу. Что такое корреляционная матрица? Ну, собственно, это если у нас не два значения, а n значений. Ну, то, собственно, корреляция между всеми этими значениями. Ну, потом это можно визуализировать, понять, что с чем у вас связано. Так, с простым разобрались, теперь переходим к наиболее интересной теме, как мне кажется. Начну с предыстории. Помните домашнее задание, где нужно было обучить два алгоритма и сравнить их по перформансу? Ну, из тех, кто делал домашнее задание, как вы считаете, если мы просто возьмем, не знаю, какой-то кусок данных и прогоним два алгоритма на них, получим точечные оценки качества? Этого достаточно для того, чтобы сказать, что один алгоритм лучше другого? Ну или, предположим, другой отвлеченный пример. У вас, не знаю, вы пишете, не знаю, какую-то оптимизацию, которая позволяет вам, не знаю, уменьшить latency. Какой-нибудь, не знаю, там, что-нибудь заоптимизировали. Как вам кажется, нам должно уменьшать latency? Ну или, не знаю, что еще, какие еще примерчики можно привести, где это может нам понадобиться. Ну, или у вас есть какая-то задачка. Вы разработали, не знаю, внедрили какой-то классный алгоритм машинного обучения, который должен вам оптимизировать конверсию на сайте, чтобы люди больше покупали. И, ну, у вас есть, как бы, например, тупой подход, который не требовал года разработки и команды разработчиков для того, чтобы его внедрить. И это классный подход, который потребовал года разработки и команды разработчиков для того, чтобы его внедрить. Вы запустили, ну, собственно, тестирование, сравнение этих двух подходов, и вам нужно потом сказать, что деньги за год были потрачены не зря. Вот. Ну, что новый алгоритм приносит вам намного больше денег.
Вот как бы вы подошли к решению этой задачки? Давайте предположим, вот на основе последнего кейса подумаем. У нас есть тупой алгоритм, где мы просто считали какое-нибудь, не знаю, там среднее. Это потребовало, не знаю, там 5 часов джуниорского кодинга и год разработки с кучей высокооплачиваемых дата-сайентистов и кучей геморроя при внедрении. Вы запустили, смотрите на денежки. Средний чек юзера, например, анализируем. К вам приходит кто-нибудь и говорит, типа, ну, лучше стало или нет? Как сказать, как ответить на этот вопрос? Почему вопрос? Лучше стало или нет? Ну, больше денег теперь у нас? Или столько же? Или меньше стало денег? Ну, это надо посчитать. Ну, какую-то статистику привести. Ну, да. Все правильно. Какую? Давайте просто пока без, пока как бы вы подошли к решению этой задачки без, так сказать, без знания про всякие там p-value, h0, h1 гипотезы и так далее. Ну, берем эту медиану, посчитать, допустим, и дисперсию. Ну, у нас же известны данные со старым алгоритмом, как доход был распределен, например. И посмотреть, как распределен доход уже с новой. Ну, то есть вот этот бокс-плот, например, просто посмотреть свой. И что говорим? Мы на что смотрим, посмотрели, какой, ну. Ну и какие типа, ну, средняя медиана были больше, а дисперсия наоборот поменьше, чтобы кучные значения были. А если получилось, например, так, что медиана больше, а дисперсия и дисперсия больше? Ну, значит, зря деньги потратили. Ну, не факт еще. Зря деньги потратили. Нет. Опасные выводы. Могут уволить сразу после такого. Надо, как сказать, есть ложь, наглая ложь и статистика, так что учитесь использовать статистику. Если дисперсия больше и медиана больше, вот тут у нас как бы начинается. Если у нас как бы дисперсия меньше и средняя больше, причем в разы, да, то тут, возможно, вам и не понадобится, так сказать, применение статистического матаппарата. Это самый хороший случай, то есть, когда вы что-то запустили, у вас резко графики скакнули по деньгам, например, самая интересная метрика, и при отрисовке распределения они у вас даже хвостами не пересекаются. Вот просто, не знаю, такая идеалистическая картина. Тогда это единственный кейс, когда вы можете не применять матаппарат для оценки как раз вашего эффекта. Но такого никогда не будет. Обычно как раз что-то запустили, и что-то тут вроде, как бы тут вроде, может, то есть средняя пониже, может, ну и дисперсия ниже, или там дисперсия больше, средняя чуть выше, что-то непонятно. Насколько больше стало денег, прям сильно больше не стало в десятки раз. Ну, как бы, короче, сложно сказать. Вот чтобы отвечать на такие сложные вопросы, на самом деле тут есть еще несколько кейсов о том, как правильно вообще даже организовать эксперимент по сравнению двух алгоритмов. Но это я рассмотрю на следующем, так сказать. Хотя можно и сейчас, в принципе, подумать об этом. Смотрите, как вы считаете. Сейчас. Смотрите. Вот у нас, как я сказал, есть тупой подход, есть умный подход. И мы начали их сравнивать. Предположим, что у нас есть какой-то пока черный ящик, который говорит о том, что второй подход лучше, чем, ну, говорит, что второй подход лучше, чем первого. Получается, и черный ящик классный. Но есть нюанс. Есть ли у кого-то гипотезы, почему мы можем, если какой-то еще у нас хотя бы шанс или идея, как мы можем оправдаться в данной ситуации, когда у нас какой-то тупой подход говорит, что все-таки денег он приносит больше, чем наш супер-классный. Подсказка в схеме проведения в эксперимента. Ну, то есть, смотрите, еще раз давайте. Вот у нас пришло время запуска. Мы разбили нашу аудиторию, например, по хэшу, да, какому-нибудь. На, там, не знаю, делили модуль от 256, поделили меньше 128, больше 128, да, например.
запустили на одних первый алгоритм, на второй алгоритм. Считаем денежки. Получается, что тупой подход суммарно денег почему-то приносит пока что больше. Например. Можно поменять данные. То есть одним алгоритмом одни данные попробовать, другим другими, и потом этими данными обменяться, уже на тех же данных провести. То есть вторым алгоритмом, по тем, что мы проводили первым алгоритмом. Тут есть некоторый нюанс. Это действительно бывает такая практика, но конкретно в нашем случае этого лучше не делать, потому что есть так называемые эффекты истории. То есть если мы сначала использовали один алгоритм какой-то, особенно в рекомендациях это проявляется на юзерах, то резкая смена алгоритма, скорее всего, приводит к просадке какой-то. Потому что есть эффект памяти некоторых людей. То есть мы уже внесли некоторый биос в наши метрики. Потом мы что-то резко поменяли, и непонятно, как эта смена может нам аукнуться. Ну, тут подсказка скорее заключается в том, что обычно используют не такие тупые схемы, типа А против Б, а так называемую div-to-div схема. То есть, когда у нас сравниваются не только алгоритмы именно, ну не алгоритмы, а какие-то гипотезы, например, в нашем случае алгоритмы между собой, в момент времени, а также со своими прошлыми значениями, которые были до момента запуска. Поясню почему, потому что они могли еще до нашего запуска уже отличаться, эти выборки. То есть в чем вообще основа хорошего эксперимента – это правильная рандомизация. То есть если мы смогли получить две эквивалентные подвыборки рандомные, с помощью какого-то алгоритма рандомизации, и мы знаем, что они изначально не отличались по этому параметру, который мы хотим измерить. То есть, предположим, когда это может быть. Если мы не очень, умные ребята, и у нас, например, 10 команд в компании, которые запускают эксперименты, и все мы используем, например, остаток отделения на 256 для того, чтобы сплитить аудиторию на А и Б. И какая-то команда до этого, не сообщив вам, тоже запускала эксперимент на этих же людей. И они изначально уже были, например, недовольны, у них уже меньше денег было, меньше денег начали тратить. И тут мы пришли с своим модным алгоритмом и запустились на этих же людей. И у нас изначально уже выборка была испорчена другим экспериментом. И, собственно, мы таким образом, если мы изначально не сравним, насколько наши базовые выборки эквивалентны или отличаются, то при такой схеме мы можем, выстрелить себе в ногу, сделать выводы, что наш алгоритм неэффективен, и нас уволят. Поэтому всегда запомните, смотрите, как выборки отличались между собой до момента запуска вашего эксперимента. Это очень важно. А теперь перейдем к черному ящику. И как на основе черного ящика все-таки понять, лучше одно распределение другого распределения или не лучше. Кто слышал, что такое p-value? Не? P-value. Доверительный интервал, может быть. Что-то там, да, что-то было. Ладно. Смотрите. На самом деле, для проверки гипотез есть два таких огромных подхода. Первый основан на классической частотной статистике. То есть, на самом деле есть два основных направления в статистике. Первая – это байесовская, вторая – это байесовская статистика. Наиболее популярная – это частотная статистика. Байесовскую статистику мы пока отложим в сторону и сосредоточимся на частотной статистике. В частотной статистике для сравнения как раз распределений, распределений каких-то, используют следующий подход.
изначально формируется некоторая гипотеза. H0 считается основной гипотезой, H1 альтернативной. Давайте подумаем, какая могла бы быть H0 гипотеза в том примере, который я до этого описывал. А это разве новый алгоритм несет больше? Это основная гипотеза. Да. На самом деле, наоборот. То есть основная – это наиболее вероятная гипотеза. Наиболее вероятная гипотеза – это то, что ваш новый алгоритм ничего не принесет. То есть... А почему так? Ну, не знаю, жизнь такая. Обычные эксперименты не срабатывают. А разве это основная гипотеза оперативно? Ты разве классификация по байосу? Что это? Основная гипотеза, альтернативная гипотеза, это разве классификация по байосу? Байесовская классификация. Ну, да, действительно, это связанные понятия, но при текущей формулировке вопроса ответ нет. Основная гипотеза — это разве не то, что у нас до этого было, оно и лучше работало, больше приносило. Альтернативное — это то, что что-то новое лучше приносило. Ну, тут это отдается в основном на откуп исследователя, то есть что он считает наиболее вероятной гипотезой, ну то есть, а что он считает наименее вероятной. Ну то есть и формулировка этой основной гипотезы может быть как? Либо то, что у нас, например, наши два новых алгоритма эквивалентны, ну в смысле, что они работают одинаково. Либо что старый алгоритм лучше, чем, чем новый. Альтернативная – это как раз наиболее нам интересная гипотеза, о том, что наш, например, новый алгоритм отличается от старого. То есть и тут как бы есть два варианта. Есть как бы двухсторонняя гипотеза и односторонняя гипотеза. То есть при двухсторонней гипотезе мы ее формулируем как H1 – это просто новый алгоритм отличается вообще хоть как-нибудь, либо хуже работает, либо лучше от старого. При односторонней гипотезе мы формулируем либо как новый алгоритм больше, в смысле денег приносит, чем старый, либо он хуже. Вот. Например, так. Основная то, что они, например, не отличаются. Можно придумать, например, из какой-нибудь социальной науки, там, потому что чаще всего ничего не отличается, когда мы проводим какой-то эксперимент. Когда вот мы, например, тест на IQ также провели у двух классов и пытаемся понять, умнее класса А, класса Б или нет, то после, какого-нибудь там нашего педагогического воздействия или ЕГЭ лучше сдал, это школа, лицей, номер один, лицей номер два. Сдали ли они лучше ЕГЭ по математике или нет? Предположим, они находятся в одном и том же районе, и там только отличалась только, профессорско-преподавательский состав, который там участвовал. Основная гипотеза будет в основном формулироваться как то, что они одинаково сдадут ЕГЭ, и никакого эффекта нет. А наиболее нам интересна альтернативная, что какой-то эффект есть, либо как мы считаем либо как односторонний, либо как двусторонний. И p-value – это как раз оценка того, насколько мы получили наши данные, вероятность того, что мы получили наши наблюдаемые данные случайно. Наверное, можно это более сформулировать. То есть мы что делаем? Давайте предположим, что на примере сейчас разберу. Смотрите, на интеллект просто проще всего тестировать, там есть некоторые нормативные значения. Смотрите, вот у нас есть шкала оценки интеллекта. Средняя у этой шкалы 100. Наиболее популярный. И у нас есть также, например, какая-то школа. Мы провели этот IQ-тест и померили у всех учеников этой школы их IQ. Там получилось
например, значение в среднем 100, не знаю, 101, с дисперсией, не знаю, 6. И мы хотим понять, неужели в этой школе что-то делают правильно, что в среднем там ученики умнее, чем наши нормативные значения 100. Мы формулируем следующую гипотезу H0, что среднее значение, что среднее значение, которое мы получили, оно равно нормативному значению. Ну, то есть тому, что по всей генеральной совокупности. Что происходит дальше? Для того, чтобы оценить, насколько вероятно, что мы получили вот эту нашу среднюю 101 случайно, и за счет того, что мы, ну, грубо говоря, сделали некоторую подвыборку, у нас есть генеральная совокупность, мы сделали некоторую подвыборку из генеральной совокупности, да, если мы сделаем n таких подвыборок, то, ну, распределение будет стремиться как раз с средних к нормальному, если мы берем, например, эти средние из разных подвыборок. И нам нужно оценить, насколько вероятно, что вот среднее, которое мы взяли из нашей подвыборки, действительно отличается от, ну, собственно, нормативного значения. Мы переводим, ну, собственно, эти оценки в новую шкалу. В данном случае, если считаем, например, мы считаем тест-статистику. Тест-статистика — это штука, которая, ну, в чем суть? То есть мы есть такая штука, называется распределение студента. Распределение студента хорошо описывает того, насколько, грубо говоря, средние, например, значения попадают в определенный интервал, предположим. И когда мы изначально наши данные переводим, считаем разницу, например, дисперсию в тест-статистику, то мы знаем, что вот эта величина новая, которую мы получили, распределена как распределение студента. То есть у нас есть какое-то изначальное распределение с нормативными значениями, то распределение, которое мы получили по выборке. Мы знаем, что если мы посчитаем, разницу между, например, средними, нормированными дисперсию между этими распределениями, то эта новая величина, которую мы получили, будет распределена как распределение студента. И когда мы знаем распределение нашей, вот этой новой синтетической величины, и мы знаем конкретное значение этой, мы знаем, что у нас вот эта новая величина распределена как студента, мы знаем значение статистики студента, вот это, которое мы посчитали. Например, она где-нибудь вот здесь вот попадает, то мы можем взять и, посчитать площадь под все, что лежит, грубо говоря, правее этой величины. Таким образом, мы посчитаем вероятность того, что у нас вот это значение, которое мы получили, было получено, случайно, с некоторой ошибкой. Если такая ошибка маленькая, получается, что мы можем, отвергнуть, например, H0 гипотезу и принять, например, нашу H1. Понятно, нет? Наверное, непонятно. Сейчас я подумаю сейчас еще как объяснить. Смотрите. Распределение студента — это же примерно нормальное, только оно для меньшего числа, для меньшей выборки. Там, для 5 элементов оно одно распределение, для большего числа другое. И чем больше
больше выборка, тем ближе она к аномалии. Ну, если мы говорим, ну да, там, если мы говорим про конкретно про сравнение какой-нибудь константы, то если мы, ну, с известным значением, то есть именно, например, меньше соточки элементов, то лучше использовать распределение студента для этого. Если там больше соточки и так далее, то, ну, можно использовать нормальное распределение, например. Сейчас. Я попробую сформулировать мысль. Можно рисовать. А, мне рисуется. Я пробовал уже. Ну. Короче, мы считаем на меньшей выборке. Не-не, сейчас. Мы пытаемся, вообще зачем мы все это делаем, мы пытаемся понять, насколько то значение, которое мы получили, ну то есть мы, что мы можем просто сделать? Вот мы посчитали среднее, можем просто сравнить больше-меньше, правильно? Если больше, то типа хорошо, например, меньше, плохо, или нам, если не равны, то окей. Но в данном случае мы хотим не просто понять, насколько больше или меньше, потому что если мы возьмем, например, другую выборку, например, другой лицей, да, и посчитаем там средние значения, то они могут, например, быть, например, не знаю, 99, например, или 105, да. То есть получается, что у нас эта величина, которую мы, ну, собственно, сравниваем, как-то распределена тоже. И мы хотим понимать, какая вероятность того, что мы ошибемся, если, например, скажем, что эти два, например, распределения, два средних эквивалентны. Ну, то есть, и ну, и, собственно, суть этого критерия, что мы переводим наши изначальные оценки в новое распределение, которое мы изначально знаем как его форму, эту функцию, которую она описывается. Мы знаем, собственно, точку, грубо говоря, которую мы посчитали, этот критерий статистический в этом распределении. Мы можем посчитать вероятность того, что то, что мы получили, ну, в данном случае у нас разница средних, мы считаем, как распределены разницы средних. То есть мы знаем функцию распределения, в котором описывается разница, грубо говоря, разница средних, и знаем конкретное значение, которое мы получили, ну, для этого распределения на нашу оценку. И мы можем как раз, ну, сформулировать такой вывод, что если у нас, ну, собственно, эта разница довольно мала, ну и, собственно, статистика получается тоже, например, маленькая, и получается, что на этой кривой, там, не знаю, довольно высокая, занимает какую-нибудь вот эту позицию где-нибудь здесь, ну и, собственно, площадь под кривой довольно большая получается. Таким образом, ну, собственно, мы высчитываем, когда мы, ну, собственно, когда мы считаем площадь под кривой, это мы, собственно, считаем вероятность наступления события, ну, собственно, либо больше, там, либо меньше, x. Ну, таким образом мы получаем оценку вероятности того, что мы, ну, грубо говоря, ошиблись, не знаю, в нашей нулевой гипотезе, мы можем принять, например, альтернативную, что они, например, отличаются, либо что одно среднее больше другого. Непонятнее объяснил. Блин, сейчас. Ну, просто сравниваем. Средние, считаем ошибку, ну это грубо говоря, если ошибка там меньше какого-то этого, то... Ну на таком уровне, да? Где мы... Типа если на пальцах. Если на пальцах мы, взяли, посчитали среднее, знаем изначально, например, какую-то константу, ну какое-то нормативное значение, посчитали разницу, поделили на дисперсию, с этим получили циферку, засунули эту циферку в распределение, которая, ну,
студента, для студента посчитали площадь под кривой справа, получили p-value значение. Если это p-value меньше определенных чисел, есть нормативные показатели для, ну, для научных статей. Это там 0,05, 0,01, 0,01, что там еще? Ну, там еще есть 0,001 и, например, 0,1 просто. То это говорит о том, что ну, у нас очень низкая вероятность получить такую оценку случайно. А если это низкая вероятность получить такую оценку случайно, то значит наши данные достоверны. И распределение, ну, значит, средние сильно отличаются. Ну, не сильно, они отличаются. Попонятнее стало, нет? Давайте еще раз, точно всем понятно? Я могу еще раз объяснить, попытаться. А что получается в случае с лицеем 100 и 101? Вот. Есть средняя, которая m, где a. Ну, смотрите, а вот у нас есть нормативные значения по генеральной совокупности, да? Да. Это 100. Да. Вот это m с шапочкой, да? Это средняя, которую мы посчитали по, не знаю, по IQ на лицеистов этих, да? Дальше мы вот посчитали вот такую чиселку. Мы знаем, что разница средних описывается распределением студента. Мы подставляем распределение студента чиселку вот эту и считаем просто площадь под кривой справа от этой чиселки и слева, если у нас двусторонняя гипотеза на том, что просто отличаются. И вот эта ну, как бы, вероятность, которую мы получили, она описывает как раз вероятность, интерпретируется как вероятность получить данный результат случайно. Если это высокая вероятность, например, не знаю, например 0,3, да, 0,2, то мы говорим о том, что мы не можем отвергнуть нашу H0 гипотезу о том, что это ну, выборка ничем не отличается от просто от генеральной совокупности. Мы просто ну, из-за дисперсии в данных просто получили случайно такой результат. Если она маленькая, у этой вероятности, например, по нормативным значениям меньше 0,5, например, такое дефолтное значение, то мы говорим, что вероятность довольно маленькая и того, что случайно так получилось. И значит, мы можем принять нашу альтернативную гипотезу о том, что, ну, собственно, они умнее. Ну вот, говорю, основной стандарт это 0,05, с которого публиковаться начинают. Но чем меньше, тем лучше. С точки зрения ученого обычно. Но ведь бывают же разные случаи. Бывают же разные случаи. Или это универсально что-то? Нет, подождите, это применяется пока что, на самом деле, случаев очень много. И этому будет посвящена следующая ну, лекция потом. Я просто пока на конкретный пример этих критериев миллион. И у них разные ограничения на применимость. То есть в основном сейчас мы будем рассматривать для нормальных распределений с гомогенной дисперсией. То есть и там еще все это зависит от того, насколько выборки зависимы или независимы. Вот я уже писал. Вот, для двух алгоритмов нам нужно применить критерий студента для двух независимых выборок. То есть, что такое зависимая и независимая выборка? Кто мне скажет? Ну, случайно. Ну, самим выбор корреляции нет. Корреляция может быть, хотя они независимы. В основном этот термин используется в следующих применениях. Если мы производим повторное измерение на одной и той же выборке, то есть у нас, предположим, нет возможности рандомно что-то разделить, мы можем сделать только замер до и после. Ну, то есть мы изначально применяли один метод, например, на данных,
потом начали применять другой метод на данных, и можем сравнить, что было до, что после того, как мы что-то поменяли. Это называется, чаще всего, это имеется в виду, когда говорят про зависимые выборки. Для независимой выборки, это, например, когда мы взяли по хэшу, разделили, считаем, что они никак практически друг от друга не зависят, и в основном всегда применяют методы для независимых выборок. То есть для повторных измерений на одной и той же выборке применяют критерии в основном для зависимых выборок, для каком-то случайной рандомизации обычно применяют по дефолту критерии для независимых выборок. Конкретно с алгоритмами, что у нас есть? В простом случае у нас было просто какое-то нормативное значение, и мы смотрели, насколько среднее отличается. Для двух алгоритмов у нас есть два распределения. Предположим, они нормальные. Чтобы применить тест-студента, нам нужно сначала доказать, что дисперсия гомогенна. Гомогенна, ну, статистически достоверно не отличаются. Для этого используется критерий Фишера. Можете пока просто запомнить. Есть какой-то критерий, который позволяет сказать, что по такому же принципу, что две дисперсии не отличаются. Тогда мы можем применять тест студента. На практике все на это забивают. Просто применяют, если нормальное распределение, тест студента. Суть на самом деле абсолютно такая же получается. У нас есть два распределения, мы считаем разницу средних между этими распределениями, нормируем их на дисперсии этих распределений. Ну, то есть у нас есть изначально распределение алгоритма 1, у него средняя m1 и дисперсия σ1. Есть другое распределение, ну, новый наш алгоритм, у него получилась средняя m2, дисперсия σ2. Мы считаем та же нашу статистику, как разница средних, нормированная на дисперсию нашу. Подставляем эту статистику в распределение студента. Считаем площадь под кривой. Получаем чиселку того, что, ну, собственно, либо одностороннюю, если мы формулируем одностороннюю гипотезу, либо двухстороннюю, если двухстороннюю гипотезу формулируем. Ну, еще раз, односторонняя гипотеза, что один алгоритм лучше другого, больше другого, либо что он меньше другого по значениям, хуже, не знаю. А двухсторонняя, что он просто отличается как-то, неважно, либо больше, либо меньше, нам без разницы, просто отличается. Считаем площади под, ну, собственно, остатками этих кривых, получаем значение p-value, смотрим, у нас меньше ли оно, ну, собственно, наших нормативных значений, которые мы считали для себя приняли, например, 0,05. И принимаем решение. Ну, либо, если у нас просто вывод был двухсторонний, что как отличается, то мы режектим нулевую гипотезу и говорим, что значение нового алгоритма статистически достоверно с уровнем значимости, там, например, 0,05. Отличается от старого. Как отличается, мы пока никак не сказали. Если мы сформулировали, например, правостороннюю гипотезу, что больше значения, то формулируем статистически, ну, после расчета статистики, формулируем статистический вывод на основе того, что новый алгоритм статистически достоверно при уровне значимости при этом таком-то лучше работает, чем старый алгоритм. В этом Спарке для алгоритмов этих там есть методы, чтобы поставить нормальное распределение. Да, да, я все расскажу. Только попозже. Там есть и для Хи-квадрата, и для Колмогорова-Смирнова. Это как раз метод для оценки того, что ваше распределение вообще нормальное. Вот. Но сейчас перерыв,
конкретно про распределение, про всякие и так далее, мы поговорим на следующей паре. Мне просто кажется, хватит на сегодня про это. Я вам в оставшуюся часть, ну, вторую лекцию расскажу про разные методы оптимизации, которые можно, собственно, использовать. Ну, короче, вас нагружу вас немножко другой темой.
Кто скажет мне, что такое регуляризация? Да. Да. Кто скажет мне, что такое переобучение алгоритмом? Ну, когда алгоритм переобучился. Лучший ответ сегодня. Да. Что будем делать? Как вы, наверное, догадались, регулировать плохой результат. В чем проблема изначально? Предположим, мы используем простую, в данном случае, линейную модельку, какую-нибудь логистическую, линейную регрессию обучаем. По понятным причинам коэффициенты у нас, в нормальной форме мы не можем решить, собственно, эти уравнения, используя, например, градиентный спуск для того, чтобы посчитать оптимум нашей функции ошибки. Как вы помните, оптимизируем мы вот как раз именно вот этот функционал, когда ставим задачу оптимизации. Что такое функция ошибки? Что такое x, что такое y, что такое b? y — это истинное значение, а это предсказанное. Да. Собственно, b — это те коэффициенты, которые мы подбираем для того, чтобы наша функция наилучшим образом описала наблюдаемое значение. Если мы видим, что у нас происходит переобучение алгоритма, обычно это, если у нас простой случай типа линейной регрессии, то это фиксится регуляризацией. Регуляризация накладывает штраф на значения, которые могут принимать коэффициенты, которые мы подбираем. Да, как по понятным причинам, если пространство перебора практически бесконечно, то у нас есть большой шанс, что алгоритм уйдет куда-то не туда, куда мы хотим оптимизации, застрянет в каком-нибудь неинтересном нам овраге, локальном, минимуме, неприятном. Мы получим не очень хороший результат. За счет как раз регуляризации мы ограничиваем пространство поиска, ограничиваем те значения, которые могут принимать наши подбираемые параметры. Есть несколько видов регуляризации, как мы можем это ограничить. Самое простое — L1 регуляризация, когда мы просто берем значения по модулю, которые мы подбираем, суммируем их, и у нас есть такой параметр регуляризации, регулируя который мы можем увеличивать или уменьшать вклад вот этого функционала в нашу общую ошибку. Понятненько? Нет? Окей. Смотри. Начнем с того. Все помнят, что такое оптимизация, что происходит вообще? Поднимите руку, кто слышит это впервые. Да ладно, не стесняйтесь. Отлично. У нас, напомню, как ставится задача машинного обучения. У нас есть, для supervised методов, у нас есть какие-то метки, и у нас есть какие-то признаки. Например, это, цена дома, как зависит там цена дома от количества квартир, количества санузлов, количество окон, что еще там, какие параметры, от расстояния до метро. Вот это все фичи, например, наши, есть какие-то цены квартиры. Мы хотим, зная эти фичи, предсказать цену квартиры. Мы пытаемся восстановить какую-то
функциональную связь. У нас есть Y, это те наши, ну, собственно, те цены, которые мы знаем. Предположим, мы используем линейную модель. У нас есть, ну, просто какие-то коэффициенты, которые мы подбираем. На данном случае у нас там 4 фичи. 4, вектор из 4 чисел. Ну, собственно, x — это, ну, собственно, наши фичи, которые мы придумали. Мы говорим, что мы хотим подобрать такие беты, при котором значение функционала вот этой ошибки минимально. Ну, то есть найти минимум функции. Функционал ошибки, ну, собственно, просто MSE разница квадратов. Как мы подбираем эти значения бета? Ну, есть как бы возможность построить это, ну, собственно, аналитически решить это, эту задачку. Мы берем частные производные по каждой параметру, строим, собственно, систему уравнений. Ну, решаем его в матричной форме, например, получаем ответ. Но из-за кучи ограничений это практически никогда не работает. Поэтому минимумы этих функций, ну, потому что у нас, ну, как бы количество переменных может быть неизвестно, может быть больше, чем количество там уравнений. У нас может быть, ну, собственно, не единственное решение в этой матрице. И, ну, миллион ограничений. Поэтому на это все забивают и ищут градиентный спуск. Градиентный спуск, когда мы идем по антиградиенту. Вот. Это про алгоритм оптимизации. Проблема в том, что мы можем, ну, собственно, как сказать, переобучиться, например, застрять в каком-то локальном, например, минимуме. Или, например, если мы, например, слишком, ну, вообще никаких ограничений на веса, которые мы подбираем, не наложим, то ну, есть большой шанс, что мы получим не очень качественную модель. Используя регуляризацию, мы накладываем ограничения на веса. Штрафуем. Если веса, грубо говоря, сильно вырастают, скачут куда-то, то мы, ну, собственно, за счет этого функционала не даем им сильно вылететь. Потому что мы, ну, собственно, как вы видите, это функционал ошибки. Если веса сильно вылетают, функционал становится за счет плюсика больше. И, ну, собственно, говорит модели, что туда не иди. Иди в другую сторону, где веса поменьше, где они меньше вылетают. Вот. Самый простой тип регуляризации L1 регуляризация, когда мы используем модули просто наших подбираемых коэффициентов. Ну, сумма модулей и параметр лямбда, на основе которого мы как раз регулируем вклад вот этого, ну, как бы, члена регуляризационного в общий вклад, ну, в рассчитываемую ошибку. Это подбираемый параметр. И все основные свистелки и перделки, связанные с оптимизацией градиентного спуска, часто связаны как раз связаны с ним. Ну, некоторые из них. Есть еще один подход. Он не сильно отличается от предыдущего с точки зрения вычислений. Мы берем квадрат вместо модуля. Ну, L1 регуляризация часто форсирует зануление коэффициентов и часто используют все так же, как для feature selection. То есть, если мы, например, используем какую-нибудь линейную или логическую, ну, линейную регрессию, логическую регрессию, то, используя L1 регуляризацию за счет форсирования зануления, мы можем как раз получить в конечном итоге более значимые фичи. Для каких-нибудь суперразреженных пространств это довольно эффективный способ. Ну, L2 отличается за счет квадрата, собственно, более жесткое штрафование.
Плюс есть комбинация L1 плюс L2, называется Elastic Net Regularization. Ну, там просто линейная комбинация берется L1 плюс L2. Но этого оказалось недостаточно, когда мы говорим про всякие нейросети. В чем проблема? То есть для линейных моделей регуляризация L1, L2 вообще нормик работает. Для нейросетей тоже используют регуляризацию. На разных слоях можно выставить как на входном слое, так и на выходном слое. Можно хоть на все слои их применить, но это не уменьшает сложность сети. А в нейросетях за счет, ну, собственно, там в некоторых текущих топовых там миллионы параметров, которые подбираются, это все еще довольно большое пространство поиска, даже несмотря, если мы накладываем какую-то отдельную регуляризацию на слои. И там это было не очень эффективно и не позволяло обучать глубокие сети. Поэтому для нейросетей используют другой подход для регуляризации под названием dropout. Простая штука довольно-таки. Вы, когда обучаете нейросеть, выключаете какие-то нейроны. Ну, то есть просто через них градиенты не текут. Ну, вот тут, например, причем это происходит рандомно. P — это какая-то некоторая вероятность, с которой будет какой-то нейрон выключен. Ну, таким образом, получается, что вы уменьшаете количество связей при обучении в сети, при распространении градиента на ошибки, ну и, собственно, уменьшаете сложность сети. И таким образом, собственно, получаете более устойчивое решение. Ну, понятно, что это используется только при обучении. То есть потом, все эти связи остаются. Ну, при инференсе, когда у нас происходит уже предикт к сети, обученной моделью, все эти связи на месте. То есть это чисто техника при обучении, когда мы обрываем какие-то связи с некоторой вероятностью и считаем, что их нет. Давайте теперь поговорим о том, что придумало человечество с точки зрения градиентного спуска. Какие есть модификации. На самом деле для простых моделей существует, то есть что такое, на чем основан вообще просто градиентный спуск, да? Это метод первого порядка. Используется только первая производная. Если мы говорим, существуют, более сложные методы, например, методы, основанные на методе второго порядка, использующие вторую производную. Это всякие квази-ньютоновские методы, типа ЛБФГС, что там еще? Там какие-то сложные фамилии, сейчас вспомнил только ЛБФГС. Там, все это всякие, по факту это всякие обобщения обычного метода Ньютона. Но они, даже несмотря на все оптимизации, для тяжелых алгоритмов, всяких нейросетей, практически никогда не применяются. То есть, если вы, например, точно знаете, что вам в данном случае нейросетка не помощник, хотите внедрить просто какую-то логистическую регрессию и думаете, какой алгоритм оптимизации использовать, берите ЛБФГС. Он будет лучше 100% обычного градиентного спуска, хоть и дольше. Можете лучше брать нашу библиотеку, если вы это делаете на Spark, называется PravdaML. У нас он написан хорошо. Но чаще всего используются различные модификации градиентного спуска. Самое простое, давайте напомню вам сейчас, как это самый ванильный апдейт выглядит. У нас есть какой-то параметр, который называется Lumen Rate, он регулирует скорость спуска, да? Производная в точке посчитанная. Мы апдейтим наши веса. Что мы можем сделать? Самые простые модификации, всякие интуитивные
Эвристики, которые используют, это, ну, как бы суть в чем, что, например, мы сначала хотим идти быстро, а в конце помедленнее, чтобы не пропустить. То есть, ну, грубо говоря, у нас вначале огромный пологий склон, а потом там какие-то горочки. Мы хотим вначале не тратить на это время, быстренько пройтись, а потом внизу уже более точечно сделать шаги поменьше и поискать этот оптимум получше. Для этого используют вот как раз различные уменьшения learning rate. Ну, самое простое это когда мы, например, как каждую эпоху уменьшаем на, не знаю, там, на какое-то значение. Ну, либо это задается через какой-то, не знаю, функционал, как внизу, там, экспоненциальное убывание, либо, не знаю, там, вот, через такую функцию. То есть задается несколькими параметрами, и просто с каждым, например, шагом мы каким-то образом уменьшаем этот параметр learning rate. Это дает, на самом деле, уже неплохие улучшения, чем константы learning rate. Тут на этом графичке показано влияние learning rate как раз на качество обучения. Как вы видите, что ну, это вообще основная магия подбора этого learning rate во всех этих алгоритмах машинного обучения. Типа, если вы его хорошо подобрали, то у вас красивенькая гладкая горочка, прям на санках спускайся. Если сильно его задрали, то у вас быстро алгоритм будет большими шагами скакать. Быстро упрется в какую-нибудь неприятную, не знаю, неприятная плата и выйдет на плату, обучаться больше не будет. Потому что будет постоянно перешагивать, например, ваши оптимумы. Если поставить слишком низкий learning rate, то вы можете умереть и не дождаться, когда он у вас все-таки спустится к оптимуму, потому что будет делать очень маленькие шаги. Ну, собственно, очень большой learning rate, ну, ваш алгоритм, если прям совсем его задерете, будет делать такие гигантские шаги, что будет просто вот так вот скакать по этой функции ошибки и обучаться не будет. Ну, это я напоминаю вам ванильный learning rate, который проще всего закодить. Есть несколько модификаций. Первый называется моментум. Ну, мистеров моментум. На самом деле довольно простая штука. Можно считать это инерцией некоторой. То есть, если некоторый аналог из физики можно привести, что основная идея в том, что если мы куда-то шли, давайте какое-то время туда еще пойдем с какой-то инерцией. Ну вот, собственно, показатель инерции, ну, V, ну, это написано на питоне, там это как бы по понятным причинам mutable эти переменные. И вы видите, это как бы на самом деле it минус 1, а это it. V it это v it минус 1. На всякий случай. Понятно, да? Ну, короче, просто так написано, что это обновляемая переменная. Ну, типа, старое значение переменной. Мы берем старое значение переменной v, модифицируем ее как, ну, собственно, момент умножить на старое значение переменной v минус, ну, собственно, learning rate умножить на производную. И присваиваем новое значение переменной v. Поэтому, если мы запишем это не на питоне, а в корректной математической форме, то это будет v it минус 1. V it равняется mu умножить на v it минус 1 минус learning rate на dx. Ну и, собственно, это является новым функционалом апдейта. Нестеров моментов. Нестеров моментум. Тут несколько более интересная идея, тоже на самом деле очень похожая.
они говорят, а давайте-ка мы посчитаем производную. Мы же знаем, куда мы хотим прийти. Ну, мы же знаем на момент апдейта, куда мы шагнем. Ну, ближайший шаг мы же знаем. Давайте посчитаем в нем уже производную в следующем шаге. То есть мы знаем, это то, куда мы должны шагнуть, получается. И мы делаем апдейт уже и считаем производную не в той точке, в которой мы находимся, а в той, к которой мы должны прийти. Ну, то есть чуть-чуть заглядываем, типа, в будущее. Ну, теперь мы не вслепую идем, основываясь только на, не знаю, на, грубо говоря, на функциональной ошибке, которую мы получаем с предыдущего шага. А теперь мы пытаемся, ну, предыдущий метод говорит о том, что куда-то шли, какое-то время хотим идти туда же, поэтому, ну, собственно, это позволяет избегать каких-то небольших оврагов через, ну, не знаю, которые не позволяют, там, не знаю, аналог с шариком, если он катится, да, попал в небольшой овраг, было бы круто, если бы он из него выкатился, да, и попал в более большой овраг, да. Например, без инерции, если, ну, мир без инерции, да, у нас, то он скатился в этот небольшой овраг и застрял в нем, да, не смог по горке подняться, да. А тут есть некоторая инерция, по которой он за счет этой горки еще поднимется, ну, и сможет упасть ниже. Ну, а тут получается, что мы, у нас есть еще инерция, еще мы знаем, ну, грубо говоря, ту точку, в которую он должен прийти. Если мы видим, что, ну, как бы, там, чуть-чуть осталось до того, чтобы перекатиться, да, уже почти... Мы ему помогаем туда. Да. Адаград. Короче, тоже очень популярный алгоритм. Ну, тут эксплуатируется другая идея. А почему бы нам не использовать рассчитанные до этого производные? Ну, то есть, почему мы не можем как-то прикинуть, что у нас был за ландшафт до этого, который мы до этого считали. Поэтому тут вводится такое понятие типа кэш, ну, в который мы, ну, собственно, сохраняем и апдейтим предыдущие значения, которые мы, у нас были предыдущие значения производных. Ну, интуиция этого метода следующая. Если у нас мы хотим штрафовать вот этот, регулировать этот learning rate в зависимости от того, ну, по факту, какой у нас сейчас ландшафт функции. Ну, по-хорошему бы, да? И вот если у нас сейчас пошли большие изменения, да, то мы хотим двигаться чуть медленнее. Поэтому, ну, типа, у нас производная в точках, ну, за последние, там, не знаю, n шагов большая, пошли большие какие-то изменения, то есть. Давайте двинемся помедленнее, чтобы не пропустить никакой, ну, как бы, интересный нам оптимум. А если изменения, а если у нас изменения небольшие, то есть производная такая вяленькая, то давайте двигаться более, ну, собственно, знаменатель будет меньше, learning rate выше, давайте двигаться пободрее. Понятненько? Кэш вообще обнуляется когда-нибудь? Ну да, это параметр. В каждой эпохе или как? Ну, как настроишь. Просто если мы очень долго идем, то он все будет больше. Ну, понятно, да, что, ну, поэтому кэш, надо его когда-то это инвалидировать. Ну, это параметр. Ну, интуиция этого алгоритма на самом деле похожая. Если посмотреть на нижнюю часть, то все, в принципе, похоже очень то, что до этого было. Тут меняется только логика, ну, собственно, апдейта этого кэша. Мы, ну, собственно...
Вводится новый параметр, как говорится, decay rate, который как раз говорит нам о том, насколько мы будем учитывать новое значение, насколько, вот про то, что, например, ты до этого говорил, да? В данном случае мы можем учитывать, насколько важно новое значение, которое пришло к нам с, ну, в текущий момент. Ну, то есть, если мы, грубо говоря, сделаем этот декларит единичку, да, то, ну, в данном случае это будет неинтересно, не будет совсем обновляться. Ну, короче, регулируя вот этот параметр, мы меняем вклад новых значений в старые значения кэша. В принципе, основное отличие. Все зависит, к сожалению, от функции ошибки. Обычно все это подбирается на, ну, на данных, на какой-нибудь кросс-валидации, ну и так далее. Плюс еще нужно смотреть на графики кривых. То есть вот для этого как раз важно анализировать вот, лоссы, ваших лосс-функции. И подбирая параметры, вы как раз можете понять примерно, как, ну, в какой ситуации вы находитесь. Так я, честно, не помню. Возможно, есть какое-нибудь эмпирическое значение 0,8. Так не помню. Обычно есть какие-то для всяких алгоритмов, если почитать, вы можете найти такие статьи, где есть какие-то магические числа, типа рекомендуемые значения, но я их все наизусть не помню. Адам. Сейчас, секундочку. Последний или там еще был? Адаград. Адам последний. Ну, давайте возьмем лучшее из двух миров. Это, ну, собственно, какая основная идея? У нас есть, как вы видите, некоторый коэффициент m, который подозрительно похож на то, что до этого было в Mars Probe в кэш. Ну, значения ну, как бы отличаются, но как бы формула та же самая. У нас есть коэффициент бета, есть старое значение. Мы, ну, как-то штрафуем производную, да? Ну, точнее, извините, это больше похоже вот на это, что тут квадратик, да? А это похоже на Адаград. Подождите, нет, вру, не похоже, там тоже квадратик. Ну, это похоже на кэш в таком же формате, только без, ну, собственно, где у нас производная берется не в квадрате. Дальше, что мы делаем? Получается, что один так, извините, я напутал. Возьмем лучший из двух миров, инерцию плюс, ну, собственно, значение предыдущего градиента. И отдаленно вот эта функция напоминает инерцию, потому что мы как раз используем предыдущие значения, чтобы, ну, собственно, двигаться вперед. Это как раз кэш некоторый. И таким образом мы, получается, ну, собственно, задаем инерцию движения плюс штраф на, ну, собственно, на Learning Rate с точки зрения предыдущего ландшафта. И вот Адам, типа, считается, да, самым одним из таких модификаций наиболее успешным. Чаще всего по дефолту его используют. Это ручками надо все прописывать? Да, подбирать все надо. Серьезно? Ну, есть всякие байесовские оптимизаторы гиперпараметров. Там же, правда, ML у нас есть. Это такие. Кто, короче, заюзает правильно этот оптимизатор, получит сразу плюс балл. Параметр, гиперпараметр алгоритма. То есть это то, что подбирается как раз. А по какому принципу? Подбирается? Да. Чисто рандом. Я, например, подбирал чисто рандом. Не,
Ну вот, смотри, первый, вот этот нижний член, это как старый, ну, как в старом значении, это как значение кэша, будешь штрафовать за счет историю, да? А это как значение, грубо говоря, инерции. Будет говорить, насколько, ну, грубо говоря, инертный твой алгоритм будет двигаться по... Да. Вот. Ну, собственно, на сегодня у меня все, на самом деле. Так что следующим домашним заданием будет, я дам вам две выборки, типа, как будто бы экспериментальные. Вам нужно будет...